Это Владимир, сантехник. Чуть неудобно, конечно, с этим. Камера потяжелее. Переключено. К стене присандалин, не к полу, походу. Нормально так. Не оторвешь. Здравствуйте. Хотите, да, добрый день. Открывайте. Отдохнули немножко, думаю, да? Ну да. Чуть-чуть есть. Дома другие заботы не дали. Там же дома дети, дома Хэллоуин. Понарезали уже. Потому что получили, дожились до этого, потому что по квартирам, ну, сами понимаете. Побудьтесь, вон тапочки, все два можно. Мало ли, там будет еще какое-нибудь болото. Так, сейчас я туда сразу поменяю там прокладку в этом. Ну, смотрите, что вам надо. Там нормально, ничего не текло в, да под, нет, под мойкой. Я посуду мыла, я тут вас не поменяю, а поставлю, а там ее вообще у вас нету. Вот здесь деканализация. Бывает, я не проверяла. Ну вот здесь, вот видите, можно туда... Да не, навряд ли бы она туда укатилась как-то. Папочка, вам надо какой-то... Давайте. Я вам положу здесь, там может надо вам постелить, чтобы вы туда забрались или будете переодеваться. Ну все, я тут уже... Как дома уже, да? О. В этом деле. Да. Я могу вам это расстелить вам, чтобы удобно было. Вот там только надо в туалете будет, ну, туалет расстелить. Тоже есть там. Чтобы расстелить что-то. Угу. Там есть туалет. Взял вот такое вот. Я, наверное, так его сейчас поставлю. А вот... Так, а вот проблемы не будет. Смотрите, как низко там этот совсем пахнет. Ну, оно будет все через прокладку, будет жестко все соединено. Ну, в общем, плотно. Давайте тогда все это давайте. Себе подготовьте, чистенько это все. Есть еще тряпки так, разные, что таз. Вам нужно перекрыть. Между ну, мочалка, воду выбрать, да? Ну, чуть-чуть надо, да. Так, сейчас. Сейчас я смою. Ага. Не дай бог мне не нажал случайно. Не-не-не. Давай. А теперь. Сейчас перчатки одену.
и хватит, наверное, там оно. Не вылится там оно? Ну, может, какая-то капля капнет. Смотрите, я не могу выбраться. Давай, больше, чем уже оно у вас вылилось уже, больше не вылится. Угу. За все время сколько вылилось. Давайте тут вот эту большую тряпку, если что, половую туда еще. Это вам как бы под колено куда-то. Что именно? Тазик, может, что-то, нет? Да нет. Нож какой-то, нет, там что-то почистить. Не-не. Оно тут, я вытер, все, оно насухо. Ну, смотрите. Так, что у нас получится? Или у нас получится что-то? Ставить штуку. Придется, наверное, ее обрезать. Тем более ты не ставь, падла. Я туда чуть-чуть дальше запхать. Кофейня, что-то еще не все. Караул, да? Да. Ну, я в этом не сомневался, что надо попробовать. Надо унитаз откручивать, ставить, а потом закручивать обратно. Серьезно? Угу. Сейчас посмотрю, как там болты тебя чувствуют. Не сгнили они, которые унитаз держат. Короче, мне еще придется ехать домой за перфоратором. Вот, чтобы нормально собрать, как я хочу, надо его открутить. Да, а я его начал откручивать, болты сломались. Ага. Надо двигать его, а потом ставить такое колено. Он чуть-чуть выдвинется сюда. Но зато у вас оно будет надежно, не будет нигде ничего не забиваться, ни. А такие болты. Ну, я поеду куплю сейчас. Пока мисс вам, да. Я его сейчас отодвину в сторону. Съезжу, возьму болты эти, перфоратор. А вы пока мисс в туалет не сможете ходить. Да, я тут вымою.
не хватит по длине. Ну, в любом случае, я их начал скручивать, они из-за того, что мокро было там, они сгнили и сломались оба. И все равно, чтобы мне соединить все это, их чуть-чуть унитаз надо отодвигать, то есть в любом случае надо, во-первых, болты, во-вторых, в другом месте сверлить я буду. И вот так вот все это соединю. Заливать? Да, ну у меня есть герметик для душа, я покупала еще новый, не начатый. Надо что-то? Ну вообще нет, но можно будет пройтись между плиткой и унитазом. Во, идите, посмотрите, как оно будет. Если он достает. Угу. Вот сюда зайдите, чтобы посмотреть, как труба. Вот видите, сразу два колена под 45. И оно сразу прямой будет. Там оно плотно все стало. Так, еще нюанс, если оно будет дальше стоять, не хватит, наверное, этого подачи воды? Нет, вот видите, хватает. Хватает пока? Угу. Я тоже думал, что не хватит. Ага. Я померил. Ну да, тогда хорошо. Так. Ну, уже лучше, чем гофры. Гофры, они часто забиваются. А тут она будет уже скользкая, грубо говоря, плоскость хорошо внутри. Так. Тогда я поехал за... Я здесь приберу тогда немножко. Да. Хотя, так... перфоратором. Жаль, что приходится ехать. И креплениями. Так, ну смотрите, вот как он будет стоять. А вот так вот. Я его двигала, так что вы уже опять... Ну, ровно, ну так визуально смотрите. Ну, вот. Да, вроде ровно. Вроде ровно, лишь бы там эти все сошлись. Детальки. Угу. Смотрите. Надо дать меньше сейчас. Вот так вот. И вот так вот. О, полосочку поставлю. Чтобы она
состыковалась, а то я говорю, я их тормошу немного. Угу. Не сильно, но все. Так, воды тут нету. Так, ну тут где-то около 2,5 сантиметров. Угу. Наличие инструмента много. Угу. Это да. То есть... И тут... Тут... Есть. Ну, где-то 2 сантиметра он сдвинулся всего лишь. Немного. Ничего, свое ищу. Так. Есть. Интерту говно. Интертул. Что говорите? Розетки в коридоре. Там в ванной, там где машинка включается. Включил. Патрон смазать. Чуть-чуть. Монетка. А есть у вас этот мистер мускул какой-нибудь или что-нибудь? Ну, что-нибудь такое, да, моющее. Ну, себя тут прыснул и вытер плитку, ну, хорошо. Давайте я замету вот эту. Давайте. Да? Или давайте я. Или давайте вы. А мистер мускул у меня нет? Ну, что-нибудь, короче, что-нибудь, чтобы просто протереть. Давайте, фейри. Фейри. А то все с кислотой остальные. Угу. Такое просто, чтобы плитку вытереть, и все. Угу. Она цела и пахла. Как-то применяю кислоту всякую. Пойдет. Так. Опа. Есть.
все. Не. Отлично. Осталось только его впихнуть туда. Одна белая мебель. Это какая? Унитаз. Да. Так, вроде стал. Сейчас будем пробовать ловить отверстия. Вот они находятся. Так не вижу их. Одно есть. Одно попало. Ну и второе попало. Странно попал. Так, теперь мне надо и все. Сейчас только осталось зажать. Все. Тут-то дело в тех, ну, на 5 минут, но инструменты все решают. Перфораторы, да, перья всякие, попытки. Не, просто имею в виду, что некоторые говорят, что вот такие клиенты бывают, говорят, да что, так что ты тут сделал, тут нечего делать, там, ну, допустим, вот просверлил это. Да, пока лечится, да. Он для него. Да, так люди же не понимают о том, что, допустим, что мне надо, чтобы это все сделать, это надо купить кучу инструмента, который стоит денег. Ну так да. Танцевать еще с бубном. Так. Ну я бы это точно же не сделала, поэтому вообще вопрос не стоит обо мне. Ну, в таком, вот таком виде, как я подключил, это вот самое вот, самое надежное. И в плане того, что забить его сложно будет. Так, а вот это я силикон обрезала, надо будет его смазать или не надо? Ну, я могу здесь пройти им. Ну,
чтобы туда, если что вдруг где-то разовете, чтобы туда вода не затекала. Между плиткой и унитазом. А вот эти вот стыки, вот эти все, так сказать, колечки? Нет, там надо все, там все на плотных прокладках. Ну. А, даже если что-то ремонтировать, то ни к чему, да? Да. Ну, понятно. Еще самый важный мне совет дайте, что мне делать, чтобы оно не забивалось. Меньше есть. Да не, ну что? Я и так вроде скромно. Пенсионеры здорово не шикуют. Ничего туда не выбрасывать. Вот это все. Ни бумаги, ничего. Ну, хоть вроде кажется, что бумага она там раскиснет. Все равно. Я думала, туалетная бумага-то... Иногда и такая бумага, что и может и забиться. Ну, тут, в принципе, по такой конструкции, как я сделал, тут... Чтобы оно забилось, это сложно. Ну, это именно чтобы унитаз забился. Ну, может, я говорю, неправильно поступаю. Я же такой, товарищ, экономлю на воде, экономлю на газе. Ну, я посуду же не мою холодной водой, чашку я могу помыть. Вы что, как в этом? Сынок, ты в туалет будешь идти? Нет, ну тогда я смываю, да? Да. Ну, я действительно, что сейчас цены заоблачные же на все на это. И начинаешь, думаю, может быть, не экономить лить, чтобы оно проливалось больше. Ну-ка. И сыпать ничего не надо. Так, ну что? Сейчас будем смывать, смотреть, чтобы ничего не бежало. Так, теперь давайте ванну откроем, проверим. Давайте. На кухне может быть открыто. Побольше вода было. Все нормально. Потоком идет вниз и туда. Вот эта палочка. Решетка. Проходит. Ничего не поднимается. Я у нас тоже спадали, там заливаются, спадали. Ну да, все нормально. Ну, в принципе, нечем забиваться. Это единственная проблема была в той гофе. Ну, наверное, вот это тоже. А там я GoPro убрал, поставил нормальную трубу. И что, забиваться? Только мусором может забиться каким-то, если... А вам нужно старое, нет? Ну, нет. Я ее потихоньку выберу. Выкиньте, просто здесь. Порядок? Угу. Ну, спасибо.